Компанию «Фонет» известны в городе Орске не только своими услугами, но и мероприятиями, которые мы проводим для детей и для взрослых. В этом году мы решили организовать проект под названием «Весенний бал» для выпускников. Цель этого проекта – создать танцевальное сообщество школьников, где они смогут станцевать со своими одноклассниками, со своими друзьями из других школ, познакомиться с ребятами, с учителями. Мы надеемся, что подарим незабываемые минуты для школьников. Ведь так приятно и нам, как организаторам, видеть слезы радости, слезы умиления на глазах учителей, школьников, родителей. Возможно, также приведут своих родных. В общей сложности ожидается порядка 3000 гостей. Самое приятное об этом мероприятии, общем мероприятии для выпускников города Орска, мы планировали давно. Но не знали, как это все сделать. Подошли организаторы, попросили нас, чтобы мы им помогли. И я думаю, что вот это мероприятие здорово и отлично получилось. Именно здорово. Здесь собрали все школы, которые участвуют у нас в проекте, то есть 11-классники, которые в этом году выпускаются. Собрать для того, чтобы посмотреть, что они уже научились за то время, которое мы им предоставили. Они танцуют здесь вальс, браны, сертаки. У нас приглашенный хореограф, который занимается общей постановкой танцев. Но репетиции проходят очень успешно. Дети молодцы, на лицо все схватывают, все получается. Я думаю, у нас все будет супер. Fix the twist in you. You've shown me eventually what you'll do. I don't mind, I don't care, as long as you're here. Мы решили своей школы поддержать эту идею, потому что мы считаем, что компанию «Фонет» в наш город вводит новую традицию. Такого еще в нашем городе ни разу не было, и поэтому нам очень интересно принимать участие в общегородском мероприятии. Класс поддержал эту идею, все восприняли дружно и дружно репетируют. Вот благодаря вот нашим руководителям способствует такая организация. Праздник, ну, праздник прежде всего организован для выпускников. Я очень обрадовалась, что в нашем городе пройдет такое мероприятие. Я думаю, что это большой плюс для нашего города, чтобы все выпускники объединились в одну команду. В то время, пока у фонетовцы вместе с выпускниками разучивали танцы и проводили генеральные репетиции на входе в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка, полным ходом шел монтаж сцены, в котором были задействованы технические службы компании «Фонет». Отвечаем за танцевальную площадку. Здесь будет еще, помимо нашей студии, другие школы. Мастер-класс будет происходить от наших учеников. То есть будут показательные выступления брейкинга, хип-хопа. То есть как бы все современные стили соберутся здесь сегодня для выпускников. Качнут, раскачают. На самом деле задумка хорошая. Я вообще как бы за любую движуху, как говорится, потому что нужно развивать в массовое. То есть для меня очень важно, чтобы это
эти направления развивались как танец не только для детей, но и для взрослых. Наш коллектив называется «Клуб спортивного бального танца «Эдельвейс». Предполагается, что мы покажем две части, два танца из двух программ. Из европейской программы будет показан вальс-бастон, а из латиноамериканской программы вот такой очень легкий социальный танец, его представят позже. Помимо того, что мы пригласили школьников танцевать большой флешмоб, также будут выступать лучшие танцевальные коллективы нашего города. Там будут танцевать не только школьники, но и также молодежь города Орска. Лучший танцевальный коллектив подготовит русские народные танцы. Будут выступать классический вальс, латиноамериканские, современные танцы. Также школа номер 35 подготовит большой флешмоб с танцем рок-н-ролл. Надеемся, что концертная программа очень понравится выпускникам и все пройдет довольно зажигательно и весело. Самым ярким событием праздника стал танцевальный флешмоб выпускников, к которому присоединились учителя, директора и первые лица города. Сегодня немного опоздали, но успели на вальс. Это самое главное, мы хотели в нем поучаствовать, нам понравилось.
Нам очень понравилось, действительно, безумно очень интересно. И мы, наверное, ждали этого дня, действительно, долго даже мальчики были заинтересованы, хотя их редко чем заинтересуешь. Я хотел бы сказать большое спасибо компании «Уфанет», потому что, когда вы пришли к нам с этим предложением, ну, не скрою, были некоторого рода сомнения, опасения, получится, не получится, ну и так далее. С моей точки зрения, все получилось очень хорошо. Вы молодцы. Молодцы управление образованием, молодцы директора школ. И, конечно, самые лучшие, самые молодцы у нас – это наши выпускники. Я очень надеюсь, что вот этот праздник для них запомнится. Я очень надеюсь на то, что они с любовью будут вспоминать наш город Орск, и что куда бы ни забросила их судьба, а сегодня для них весь мир открыт, я надеюсь, что они всегда будут вспоминать наш город и душой, и сердцем тянуться сюда, возвращаться. Ну, то есть я очень надеюсь, что они будут любить больше наш город. Когда уйдет со школьного очень понравилось, запомнили все танцы. И организация вот видна, что была, потому что дети танцевали сплоченно и интересно было. По-моему, и дети остались довольны. Все так организовано, все красиво сделано. Но мне все понравилось. Когда проходило все это скучно, когда каждый сам по себе, а сейчас очень здорово, что все объединились и все перезнакомились. Спасибо организаторам, спасибо всем директорам, всем школам за то, что приняли участие и поддержали начинание города. Был голос робок, мир в руке дрожал. Но ты домой с победою бежал. И если вдруг удача запропала, найди по тихим школьным этажам. Для нас всегда открыта в школе дверь. Прощаться с ней не надо торопиться. Ну как забыть звончей звонка копей и девочку, которой нес портфель. Пускай потом ничто не повторится. Для нас всегда открыта в школе дверь. Для нас.